Всем привет! С вами Елена Пинчук, и я приветствую каждого, кто заглянул на мой канал. И сегодня я хочу поделиться опять своими покупками, своими новиночками. Вот, и я купила деточку фиалки. Вот здесь такая фотография. И, конечно же, когда вот я ее покупала в магазине, и эта фотография, она больше так вот при освещении показывала мне, как бы, и сейчас вот она показывает больше к красному цвету, ну, малиновый, конечно, но когда вот я дома уже смотрела на эту фотографию, и здесь вот больше к такому, к свекольно-чернильному цвету вот середочка. Ну, посмотрим, какая она будет. И вот такая вот она у меня деточка. Такая маленькая, небольшая. Optimara My Love. Вот. Ну, я, конечно же, посмотрела фотографии в интернете тоже, что и как бы вот с такой вот с малиновой сердцевиночкой к более красному цвету я не нашла фотографии, а именно вот более к чернильному такому цвету, к свекольному. И еще такая вот тоже моя покупочка, вот клубень глоксинии. Клубень глоксинии, большой клубенек. Где-то сантиметра 3 точно, возможно, даже и 3, я мало говорю, возможно, даже 4-4,5. Вот здесь уже есть у него отросточек. Вот. Фотографию вот я, ну, не сфотографировала, но посмотрела тоже в интернете. И цвет красный, глоксиния, красный цвет, и сорт Криспа Метеор. Вот не знаю, правильно я называю, нет. Ну, вот такой сорт. И вот, конечно, сейчас уже поздно, я его не буду сажать. Вот он здесь немножечко мох сфагнум из мешочки. И завтра, конечно же, я посажу в горшочек. И будем ждать цветения. Вот по фотографии очень такой кустик красивый. Много цветочков. Такая вот розеточка именно из большого количества красных цветов. Вот. Ну и посмотрим, как это будет на самом деле. Вот. Вот такие вот мои жительницы. Вот. Фиалочка Optimara My Love и клубень глоксиния Криспа Метеор.